Крыму на 4 года осужден личный охранник Ленура Ислямова. Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор 25-летнему крымчанину Эдему Кадырову, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю. Установлено, что житель полуострова в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым Крымско-татарского добровольческого батальона имени Челебиджихана, действующего в пограничных районах Херсонской области Украины. Там он прошел специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира формирования Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств и другое. По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие, НВФ не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, рассказали в ФСБ. 23 января 2019 года он был задержан сотрудниками силового ведомства. В отношении него следствием было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. 31 мая суд вынес свой вердикт. Эдем осужден на 4 года лишения свободы и 1 год ограничения свободы.